Нам только что удалось связаться с известным экономистом, заместителем председателя национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Павлом Коктышевым. Как известно, в своем телеобращении президент отметил, что банки должны проявить ответственность и помочь населению и бизнесу, а для МСБ на 6 месяцев отменяется начисление и уплата налогов с фонда оплаты труда. Давайте послушаем мнение эксперта. Меры, озвученные вчера президентом страны, являются комплексными и своевременными. Во многом потому, что они ориентированы на широкий круг наших граждан. Социальные выплаты расширили круг применения. Индексация пенсий, было сильное обращение к банкам для поддержки граждан малого и среднего бизнеса. Отдельным особняком стоит блок, посвященный бизнесу, потому что сегодня это база, которая дает нам рабочие места, налоги. И, естественно, наиболее пострадавшая отрасля сегодня поставлена в трудную ситуацию. Президент отреагировал беспрецедентными мерами, отмена налогов на фонд на 6 месяцев, что во многом даст возможность бизнесу, в частности IT-сектору, за который мы, как Национальный институт развития, ратовали, динамично выйти, да, из этой кризисной ситуации, продолжить создавать ценность, продукты и не сокращать специалистов. Потому что, ну вот, к примеру, IT-сектор сегодня является высокопрофессиональным сектором, динамичным сектором. Там средняя зарплата выше в среднем по стране, и специалисты иногда на вес золота. Поэтому очень важно сохранить динамику, сохранить компаниям объем заказов. И я надеюсь, что и квазигоссектор, госорганы, местные исполнительные органы власти не будут сокращать затраты на цифровизацию, как это очень часто после кризисных мер.